like to read. Всем привет, я Абуляев Тимур, ученик 35-й школы, учусь здесь 1 класса. Хочу пожелать всем хорошо сдать экзамены. Школа вообще прекрасная, дала много знаний. Всем привет, меня зовут Настя. В эту школу вообще я перешла в 7 классе. Мне школа сразу очень понравилась, потому что я хотела стать, пойти в медицинский университет. И, в принципе, сейчас ничего не изменилось. Вообще я хотела бы стать косметологом, открыть, получается, свой салон красоты, людям помогать. Всем привет, меня зовут Рита, и я в этой школе всего 2 года. Я перешла в 10 класс сюда, в медицинский класс. И на самом деле я ни капельки не пожалела, что я здесь оказалась. Я познакомилась с очень многими интересными людьми, завела кучу друзей. Спасибо Зельгазизе за то, что она так радужно встретила меня. Я желаю не терять время, потому что сейчас, когда остается буквально неделя до конца школьной жизни, острее чувствуешь, как время утекает. Не теряйте время. Всем привет, меня зовут Дина. Я долго учусь уже в этой школе. Люблю всех учителей. Всегда буду помнить их. Будьте хорошими людьми. Меня зовут Матвеева Евгения. Я ученица 11 класса. Школа хорошая. Учителя прекрасные. Ученики еще лучше. Я буду русским послом в Америке. Вот. Чтобы все добились того, чего они хотят, чтобы все мечты исполнились вот так вот. Всем привет, меня зовут Гарифуллина Эвелина. Школа хорошая, учителя добрые, ученики смешные. Меня зовут Алия. Я учусь в 11 классе. Эта школа очень хорошая. Я люблю этот класс больше, чем тот. Нет, я люблю их одинаково. Я очень рада, что я перешла в медицинский класс. Мне здесь нравится. Я хочу пожелать выпускникам, чтобы они сдали хорошие экзамены, поступили куда хотят, чтобы они реализовали себя в жизни. И были счастливы. Меня зовут Зельгазизна Исмагилова. Я классный руководитель 11 А-класса. Профиль нашего класса химико-биологический, или, как мы его называем, медицинский класс. На пороге у нас последний звонок и выпускной вечер. И меня посещают 2 чувства. Чувство радости от того, что ребята добились успехов, заканчивают 11 класс, будут поступать в вузы, о которых они мечтали, и грустно от того, что мне придется с ними расставаться. Всю ту душу, сердце, которое я вложила в этих ребят, уходя, они унесут частички моей души и моего сердца. Класс был сначала очень шустрый, непослушный, но потом мы поняли друг друга и стали работать очень дружно, весело. Мне было с ними интересно. Всем привет, меня зовут Артур. Я тут уже в школе 11 лет. От самого начала до конца, так сказать, ветеран своего дела, обучения. О школе я могу сказать классное. Лично мне нравится учителя иногда. Разные бывают, что. Хотя иногда не понимаем друг друга, ну и что. Могу сказать только одно. Спасибо Зиле Газизовне. Она никогда нас не бросала.
всегда помогала с оценками. Чуваки, сдайте, ради бога, сдайте, это ЕГЭ дурацкое. Всем привет, меня зовут Роман Синицын из 11 класса. Я учусь в этой школе 2 года, и она мне очень-очень сильно понравилась. Из учителей мне очень сильно нравилась учительница по истории, очень строгая, но справедливая женщина. Ко всем выпускникам у меня есть только одно пожелание — быть такими же грязно-богатым, как и я в будущем. Здравствуйте, меня зовут Звягинцев Ростислав, и я учусь как 11 лет в этой школе. Тут хорошие учителя, да и вообще сама атмосфера школы очень нравится. Всем привет, меня зовут Куликова Елизавета, я ученица 11 А класса средней школы номер 35. В этой школе я учусь 2 год. Не думала, что мне настолько повезет с коллективом, очень ко всем привыкла, очень не хочется думать о том, что через пару дней все это уже закончится. Ну, не парьтесь, не живите только экзаменами, наслаждайтесь жизнью, это лучшие наши годы. Всем привет, меня зовут Марина, я в этой школе учусь 2 года. Хочу побыстрее уйти, мне уже очень надоело тут учиться, если честно. Но ко всем привыкла, рада, что перешла. Хочу стать стоматологом, не знаю, как у меня это получится. Передаю большой привет Валентине Андреевне, которая очень меня любит. Постоянно спрашивает меня и выделяет из толпы, и говорит, чтобы я ей что-то ответила. Хотя она знает то, что я ничего не знаю. У нас 2 человека заканчивают с отличием 11 класс, 3 человека с 1/4. Если дадут медали, то это будет 2 золотые и 3 серебряные. Среди них есть победители районных, городских, республиканских олимпиад по химии и по биологии. Своими успехами по математике меня как предметника радовала всегда Рита Фатыхова, которая была участницей и городских, и районных олимпиад, за что я ей очень благодарна. Много очень красивых, ярких звездочек в нашем классе. Настя Акбашева, которая всегда мне помогала, была старостой нашего класса. Помощь была с ее стороны в любую минуту. Артур Абуляев всегда помогал и мне, и школе. Ну, я думаю, не обидится, что я всех поименно перечислить не смогу, потому что их 31 человек. Но я всех люблю, всех буду помнить, каждому из них желаю успехов, счастья, чтобы все в жизни у них получилось. Я вас очень люблю, ваша классная мама. Всем пока. Мы узнаем всю правду 11 класса. Скажи пару слов о себе, давай. Всем привет, меня зовут Елизавета, я ученица 11 класса средней школы номер 35. Куда ты хочешь поступить? Никуда. Дворником буду работать. А может, все-таки в ПТУ? Нет, уборщица в Газпром. Тамаян, как дела у твоего мужа? Хорошо. Нет мужа. Рит, чупа-чупс очень вкусный? Очень вкусный. Какого он вкуса? По адресу прям. Он... Прямо как это? Как что, Тимур? Он очень вкусный. С
разными вкусами. Золотой человек, пятерку мне сегодня поставил, так что я теперь ее люблю, да-да. Failure, 'cause every time I come close to it, I just sneeze. But I just go, what you?